Ну что ж, всем привет. У нас сегодня последняя лекция по разработке на питонщике. Вот. Народу внезапно прибавилось, то ли потому что, да, то ли потому что весна передумала начинаться, началась опять осень, то ли потому что я обещал за присутствие на сегодняшней лекции небольшой бонус. Я не знаю, я вот в раздумьях. Вот. Он, правда, будет, он будет, но он не будет он решающим, понятное дело. Вот. Лекция нынче последняя, она посвящена такой штуке, которой уже, в общем-то, далека от питона как такового и от процесса разработки, вот. А больше, значит, связана с одним из вариантов этой самой разработки, и поэтому мне не очень хотелось вообще к ней долгое время притрагиваться, потому что, ну, в действительности, инструменты того, как вы будете проверять боевую готовность ваших приложений или библиотек, или чего-то такого, очень сильно зависит от того, для чего вы это делаете. Вот. Ежели это какая-то действительно полезная библиотека, то ей самая прямая дорога, или там приложение, или какой-то набор, значит, инструментов, то ей прямая дорога в PyPy, тем более, что куда еще. Да? И это, пожалуй, самое такое разумное, что можно сделать с питоним пакетом, положить его в PyPy, Python Package Index. Вот. А вот все остальное это немножко такая специфичная штука. В GitHub одна, в GitLab другая, в там, каких-то корпоративных инструментариях третья. Вот. И ничего такого простого, чтобы можно было на примере этого простого поучиться это делать, я, честно сказать, не нашел. То есть мне казалось, что я нашел, но это сайт мой любимый, господи, как он называется-то? Вот этот. Source Hat. Вот. Но проблема в том, что инструментарий, движки по Continuous Integration и сборке, они тяжелые. Если вы внезапно анонсируете, что вы запускаете сборку и Continuous Integration, то есть сборку и тестирование под многими платформами у себя на хостинге, вы должны быть готовы, что вот у вас в каждый момент времени будет запущено столько процессов, сколько у вас репозиториев активно разрабатывается. Вот. GitHub все такие вещи может позволить, а начиная с некоторой нагрузки брать за это деньги. А SourceForge делал это бесплатно. Этот самый Дюваль предупреждал лично, ну, автор, что он в какой-то момент начнет брать деньги, но он выбрал за это. Но он вынужден был начать брать деньги раньше, потому что, разумеется, туда пришли майнеры. Сейчас очень модно майнить с помощью, значит, бесплатных сервисов, которые запускают произвольные приложения. Зафигачиваешь туда, значит, какой-то код, добиваешься того, чтобы можно было результаты работы этого кода где-то прочесть, и все, вот тебе как бы площадка для бесплатного майнинга. Вот они туда пришли, положили сервис несколько раз, пришлось ввести payment. Вот. Просто там как раз весь этот процесс, который мы будем сегодня глядеть одним глазом в GitHub'е, он там как раз достаточно, ну, как это вводится для простых сервисов, вывернут наизнанку со стороны реализации. Вот. А с точки зрения GitHub'а, вся эта continuous integration, это, конечно, черный ящик, в котором мы описываем какие-то шаманские рецепты, а они должны по мановению, значит, волшебной палочки сработать или не сработать, если что-то пошло не так, а нам надо выяснить, что пошло не так. Вот. Потому что, смотрите, CI — это и получение исходного кода из репозитория автоматическое. То есть вот у вас есть репозиторий, и есть какой-то триггер, который при наличии в этом репозитории чего-то внезапно запустит весь процесс. Ну, например, тега. Или с подписанного тега, или тега, оформленного специальным образом. Вот. Значит, что такое весь процесс? Для начала нужно просто собрать проект. Если у вас есть какие-то генераты, они должны быть собраны. Вот. И мы с вами видели, что инструменты, которые позволяют CI, они не очень умеют в вот такие сети генератов, как это делают Make или Duit. Вот. Потом, значит, нужно запустить всякие тесты, вот, в том числе, скорее всего, тесты не только юнит, но и всякие интеграционные, чтобы можно было позапускать кусочки ваших приложений, посмотреть, как они работают. Вот.
Потом нужно попытаться этот проект куда-то развернуть или задеплоить, или что-то сделать. И там, вот в том месте, где вы развернули, еще и эксплуатационные тесты запустить. Вот. А потом все вот это вот, значит, как-то автоматически обработать отчеты, набрать статистику, где-то опубликовать. В общем, вот цикл непрерывной интеграции – это довольно тяжелый процесс, и в зависимости от того, что вы разрабатываете, сильно отличающийся по наполнению. Вот. Правда сказать, после того, как, значит, основные вот такие провайдеры этого самого CI, типа Travis, GitHub и GitLab, стали предоставлять эти услуги совсем за бесплатно, по крайней мере, свободным проектом. Вот. Понятие CI немножко, так сказать, сузилось до тех возможностей, которые вам предоставляются, но, тем не менее, эти возможности довольно развесистые. Например, вам, наверное, тяжело будет в домашних условиях собрать ваш питоний модуль, питоний там колесо, сразу под несколько платформ, да, ну, условно говоря, под Linux, под macOS, под Windows, еще, может быть, под какой-нибудь старый Linux или что-нибудь в этом духе. Ну, вот. Не знаю, сколько там версий Windows. Вам, наверное, будет тяжело запускать ваши тесты в окружении нескольких разных операционных систем, в том числе нескольких разных Linux. Это все надо откуда-то брать. А GitHub такие штуки предоставляет. Вот. Значит, самым главным пионером по CI был проект Travis. Вот. Значит, насколько он сейчас свободный, я не помню, в смысле бесплатный. Не помню. Кажется, до какой-то степени бесплатный. У них тоже были проблемы, когда к ним пришли майнеры. Ну вот. Значит, но потом оказалось, что при грамотной организации вот того, сколько ресурсов можно выделять на один проект, можно делать бесплатные хостинги на том же GitHub или GitLab. На GitHub эта штука называется GitHub Actions. Вот. Там довольно большой, как видите, довольно большой объем всякого безобразия, которое этим экшеном сопутствует. Вот. Выглядит это как что-то очень сложное, с какими-то, значит, волшебными потребительскими свойствами. В действительности оно достаточно простое. Мы сегодня посмотрим, как выглядит, будьте здоровы, как выглядит такой примитивный файл экшенов для гитхабовского проекта. Вот. В GitLab это называется, так и называется CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development. Выглядит он еще сложнее. Вот. Но если в него внезапно так посмотреть, то выяснится, что на самом деле это тот же YAML-файл, только с другим, еще более другим синтаксисом. Я хотел, но не успел посмотреть. Кажется, есть питоний наработки, ну, вообще какие-то наработки, которые позволяют, скажем, гитхабовский GitHub YAML файл запускать локально, хотя бы в тех окружениях, которые у вас имеются. Вот. Но руки у меня не дошли до этого, так что я эту легенду пока излагаю как легенду. Ну и в любом случае, понятное дело, что всех функций, которые вам предоставляет тот же GitHub, включая сборку в нескольких операционных системах, вы, конечно, сделать одним движением тяжело. Вот. Мы с вами говорили, что инструменты автоматизации сборки типа Make или Duet в действительности намного умнее, чем, значит, вот эти ямловские движки, которые, по сути, представляют собой просто такой набор рецептов, как сделать то-то, то-то или то-то. Значит, как пошаговых инструкций, что называется. Вот. Не знаю, дожил ли этот мемчик про пошаговую инструкцию до нынешних времен, когда-то он был популярным примером тупости. Вот. А значит, в GitLab начали думать про то, как вводить зависимости между заданиями. Назвали это GitLab Pipeline. Выглядит это примерно вот так. Мне не кажется, что это стало нагляднее. Вот. Да. Значит, хотя, если, значит, иметь в голове какой-то фильтр, какой-то встроенный, да, такой дедистринг, наверное, можно вот так вот сделать. Но все равно это выглядит как-то очень странно. Вот. И это реально попытка ввести зависимости между заданиями. Как видите, тут есть даже какое-то ключевое слово needs. Ну а дальше, вот видите, вот они начинают рисовать какие-то красивые графы. Я думаю, что при попытке изобразить сеть зависимостей, если кто-то когда-то работал
пытался эту сеть зависимостей как-то визуализировать, вы довольно быстро дойдете до ситуации, когда непонятно ровным счетом ничего, а количество объектов и количество этих самых actions очень маленькое. Вот. Ну, удачи им в этом нелегком труде. На самом деле integration-платформ очень-очень много. Вот. Значит, всяких. Среди них очень много коммерческих таких разработок, которые себя так активно на открытый рынок не продвигают, потому что это такой, знаете, мы уже, разглядывая это, удаляемся от аспектов разработки как программистского труда, да, и ударяемся в аспекты разработки как менеджерского труда, в чем я не разбираюсь совершенно никак, вот, но зато это хорошо продается. Ну вот. Значит, давайте все-таки посмотрим, несмотря на... Хотя я обещал, что не буду много внимания уделять GitHub, давайте все-таки посмотрим на GitHub Actions хотя бы в каком-то самом примитивном варианте. Вот. Сейчас, секунду, я ключик заберу. Хотя бы в каком-то примитивном варианте. Значит, есть у меня такой проект, не знаю, зачем я его сделал. Я его делал для другого проекта, потому что мне показалось, что эта структура данных там будет востребована. Выяснилось, что она там не востребована, а проект я сделал. Он называется «Словарь тегов». Вот обычные словари у нас по одному ключевому слову ищут. А я реализовал такой словарик, такую надстройку над словарем, в котором можно ему передать слайс, ну, то есть... операцию секционирования над словарем, а он будет искать по тегам внутри. То есть вернет вам итератор по, значит, полям, которым может соответствовать сразу несколько, значит, элементов словаря. Такая вот фантазия на меня нашла, не помню, зачем я это делал. Вот. Но зато я это оформил как простейший такой питоний проект, вот проект на GitHub. Вот у него есть, значит, Вот у него есть, ну, какой-то набор действий. Обратите внимание, нету никакого do-it, и makefile есть только от этого самого, только от, как его фамилия, от сфинкса. Вот. Но тем не менее, значит, есть какой-то pip-файл. Давайте мы его запустим с pipenv. Давайте мы на всякий случай сделаем апдейт, хотя, кажется, я это делал сегодня утром. Вот. Значит, что хочется от GitHub, который мне предоставляет хостинг. От GitHub, который мне предоставляет хостинг, хочется заставить его, GitHub, запустить сборку колеса, возможно, хотя бы в одном окружении, запустить тесты, вот. А впоследствии мы еще и попробуем, значит, опубликовать, но мы выясним, что GitHub для этого не нужен. Ну, давай. Плоди результат. Вот, значит, лежит это все вот здесь, GitHub, workflows, тест, YAML. Как видите, есть целый каталог workflows, это означает, что ваши сборники рецептов, как что-то сделать, их может быть много. Они могут запускаться в разных случаях. Вот. Этот, значит, что мы тут видим? На каждый push и на каждый pull request, то есть вообще на любую операцию с GitHub, а это в GitHub можно сделать, да? То есть вообще на любую операцию, значит, обновление, либо push, то есть это вы делаете push в репозитории, либо вы интерфейсом GitHub удовлетворяете некий pull request. Вот и на то, и на другое этот рецептурник запускается. Да, значит, синтаксис этого файла, забыл сказать, это YAML, yet another markup language. Вот, довольно остроумный и очень экономичный в плане синтаксического шума язык. Как видите, тут пойди найди, значит, символы разметки, ну, какие-то двоеточки, какие-то минусики, какие-то скобочки. Вот. Главный недостаток этого языка состоит в том, что у него нету вообще-то нормальный BNF,
а единственным его стандартом является парсер, который его умеет разбирать. Вот. Я в свое время пытался что-то делать на Ямле, пришел в совершеннейшее бешенство и перестал это делать. Вот. Ну вот, значит, Ямль. Вот это указание того, в каком окружении будут запущены эти тесты, вернее, эти шаги, да, напоминаю, что CI-файл – это просто рецептурник. Вот. И здесь описано, из каких шагов состоит этот рецепт. Сначала нужно затащить из GitHub, из репозитория содержимое с помощью git-чекаута. Вот. Для этого есть прямо отдельный, довольно большой список того, что GitHub вам по умолчанию позволяет делать. Вот, вот этот action slash git checkout v3 – это такое волшебное слово, которое означает, я подсмотрел в документации, просто тупо зачекаутить соответствующий репозиторий. Вот. Дальше надо поставить питон. Опять-таки, можно просто поставить третий питон, не париться, указав его версию. Вот. Дальше я ставлю зависимости. Недолго думая, я их делаю с помощью ppenv. Ставлю ppenv, а потом делаю ppenv-sync. Вот. Ну, чтобы вот не заморачиваться со всеми этими requirements.txt и всем остальным ерундой, которая devel, да, requirements dev обычно пишет. Вот. Дальше я запускаю, помните, у нас это было в задании, всякие линтеры, тесты. Вот, значит, мы запускаем линтер с помощью флейка, причем, будь здоров, причем два разных варианта зачем-то. Я не знаю зачем, наверное, потому что могу. А, exit zero. В первом случае это прям линтер, который скажет, значит, в случае, покажет статистику, покажет ошибки и упадет, если он, если, значит, найдет какие-то ошибки, а во втором случае он покажет, значит, нет ли превышений сложности этим самым, короче, каким-то тестером сложности, но все равно возвратит нулевой код ошибки, это будет означать, что вот эта вот штука, это такой, вот эта вот штука, вот это такой warning, да, сборка не упадет, несмотря даже на то, что этот самый max complexity будет превышен. Вот. Дальше, значит, докстринги, pdocstyle, дальше ptest, дальше python build. Короче, вот такая процедура позволяет при каждом пуше или при каждом принятии pull request запустить все вот это и потом посмотреть результат. Вот, значит, результаты у нас где-то тут должны быть прямо actions, прямо опубликованы. Вот они. 3 часа назад, когда я готовился к этой лекции, я еще раз это попробовал. Вот. И на них можно просто посмотреть, как там все происходило. Вот. Че? Это не ко мне. Это про ноду. Я тут ни при чем, правда. Не вижу логов. Вот он. Ну вот. Вот вся эта наша, вот все наши, весь наш, значит, рецептурник, run details, вот тут где-то details должен быть. Что-то я опять не вижу. А что там было, где билд с галочкой? Вот это. Это он же. Ну, где-то там должны быть еще и эти подробности. А, я не залогинился. Мне подробности не скажут до тех пор, пока я не скажу. Пока я не вспомню свой пароль на GitHub. Нет. Ну ладно, бог с ним. На самом деле, если он понадобится, я куда-нибудь схожу и вспомню его. Вот. Забыл я свой пароль. Значит, возможно, это не так важно. Вот, потому что, ну что вы увидите? Вы увидите от того, что я что-то запушил. Кстати, запушить-то я могу. Потому что у меня ключ-то есть. По ключу запушить я могу, я пароль забыл. Вот. Значит,
помимо того, что мы видели здесь, на самом деле можно еще и всякие более развесистые. Вот эти GitHub экшены в real life, они выглядят очень развесисто. Там что только не делают люди. Люди, например, могут собирать так называемые артефакты. Артефакты – это, собственно, генераты, которые GitHub публикует. Например, выпуск релизов, да, с этим самым, с исходниками и с какими-то сформированными бинарниками. Это вот ровно они, артефакты. Вы можете написать действие, которое собирает, допустим, там targz и, допустим, колесо. И это колесо где-то публикует в разделе «Releases». Вот. До этого я не дошел в этом деле, хотя, может быть, стоит это сделать там потом когда-нибудь. Вот. Значит, это во-первых. Во-вторых, значит, вы можете на самом деле из этих экшенов запускать всякие следующие экшены. Вот. Только для этого вам креденшалы, нужно где-то оставить. И довольно типичная ситуация, когда люди, значит, положили там секретный ключ прямо себе в публичный гит-репозиторий, и потом, значит, просто для того, чтобы что-нибудь куда-нибудь еще, значит, с этим ключом куда-нибудь зайти и опубликовать это. Вот. И очень популярная такая тема, даже есть целые проекты, которые сканируют, значит, репозитории на предмет, значит, наличия там закрытых ключей и вот этого всего, и постоянно там их находят. Вот. У GitHub даже есть специальная договоренность, как именно надо эти самые хранить, и даже разработчики GitHub просто отчаялись предупреждать, что не надо хранить секретные ключи, и из вот этих логов, которые мы не видим, потому что я не залогинился, они старательно вычищают. Там реально может выглядеть так. Лог, 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 лог. Дальше. А здесь был секретный ключ. Потому что они просто распознают в логах секретные ключи и их заранее вычищают, чтобы их, не дай бог, не опубликовали, потому что их потом боты найдут, и вы их просто нагуглите. Можно специально пользоваться? То есть, прям, осознанно оставить секретные ключи, там, явный файлер? Ну вот я думаю, что если, значит, тот искусственный мозг, который распознает эти секретные ключи, распознает там секретный ключ, то он может еще и вырезать вот оттуда, чтобы вы не посмотрели. Вот, при публикации, при попытке его просмотра. Вот. Хотя, если вы сделаете кит-клон, конечно же, вы его заклонируете и увидите. Это не вопрос. Вот. Да. Например, ситуация случайно был закончен какой-то секретный ключ. Потом прошла серия, потом еще что-то прошло, что-то помешано, что-то еще произошло, вообще куча всего. Задушился. Все это в истории уже. Да, все это в истории. Но вот там прошло, ну, будем считать, что там за несколько часов никто этот ключ не обнаружил, никакие боты не просканировали. Вот я такой скатился за голову, и внезапно хочу делить этот ключ. Что мне делать? Слушайте, я не знаю, это надо спрашивать конкретному хостеру, в зависимости от того, где вы хостите, потому что там же может быть очень много разных вариантов. Во-первых, откуда вы знаете, что никто не сделал гит-клон? Нет, я не знаю, я предполагаю. Ну вот да, понимаете, да? Как бы лучше, чтобы он не лежал дальше. Ну нет, лучше, чтобы не лежал дальше, это понятно. Вы берете как свою локальную копию сохраняете, репозиторий удаляете, заводите его заново с новой историей. Все. А можно пребейзить и git push minus f? Можно пребейзить и сделать git push minus f с условием того, что откуда вы знаете, нет ли в недрах. Ну, мы с вами точно знаем, что пока вы не сделали репак, у вас в локальном репозитории точно есть эти самые рефы, в которых нужный коммит все равно остался. А что там лежит у вас на хостинге, вообще никто не знает. То есть это надо внимательно, очень внимательно изучать документацию хостинга по как раз вот этой причине. А вот что будет, если я сделаю push-f, нет ли возможности, что это что соответствующий ключ останется. Понятное дело, что с точки зрения чистой теории security, да, значит, что-то один раз опубликованное не является секретным больше никогда. То есть вот вы можете только на свой страх и риск решить, что там никто вас туда не заходил, никакие боты тоже туда не заходили, которые ровно этим и занимаются сканированием. Вот. Но вряд ли, ну как бы это, вы с ними не договаривались, чтобы они туда не заходили. Вот. Поэтому нормальная ситуация – это просто как бы сносить репозиторий на хостере, воссоздавать его заново из локального, вот, с удалением соответствующей истории. Нет, что вы можете, смотрите, какая ваша задача. Нет, на самом деле все проще.
Ну, в действительности все проще. Вы берете, пригенерируете этот ключ от того места, к которому вы пропинали доступ. Потому что от того, что вы положили секретный ключ на GitHub, с GitHub вашим ничего не случилось. Случилось с тем местом, а чей секретный ключ? Этот секретный ключ надо немедленно перегенерить. Вот. Но и дальше он уже не является секретным ключом. Вот. Но да, наверное, лучше, чтобы, ну, как это, чтобы этого вообще не было. Вот. Такие дела. Значит, помимо всего прочего, в результате таких экшенов каждого образуются так называемые бейджики. Вот у меня он один, а у всяких развесистых проектов их довольно много. Потому что на каждый экшен, который вы прилепили к вашему проекту, ну там, не знаю, давайте у какого-нибудь Пипенова посмотрим, значит, сколько у него бейджиков. Во, ну тут мало, кстати. Вся у них фейли, что-то у них не собралось. Вот. Вот. А бывает, люди, знаете, так себе навешивают этих бейджиков. Там, и там собралось, и сям собралось. Под питон, вот видите, тут версии питона, несколько штук. Вот. Значит, как эти бейджики выглядят? Они выглядят очень просто. Просто проще некуда. Вы просто ссылаетесь на соответствующий workflow. Как вот просто, да? Ссылка на репозиторий, на HTML. Дальше пишите /bage.svg, из него генерируется бейдж. Из результатов вот конкретно этого workflow. Вот. Тут, кстати, 3.10. А почему 3.10? Я забыл запушить, что ли? Почему тут 3.10? Это был же 3.11. А, я здесь забыл поправить. Везде поправил, здесь не поправил. Да. Вот. Кстати, как у них несколько версий питона обозначаются в бейджиках? Давайте посмотрим. Это где? Это в readme.md. А где? А вот, cold. А, у них прям отдельный CI, в котором описывается, что именно в этом бейджике должно быть. Давайте посмотрим, как это устроено. Это где? Сейчас, секунду, нет, соврал. А, CI у них не сработал. А вот он с питоном, да? Perversions. Perversions. Ой. Нет, у них какой-то самодельный. Ладно, бог с ним. Ну вот, значит, в любом случае эти бейджики, тут они какие-то самодельные бейджики, я не понял результат. В любом случае эти бейджики генерятся очень просто. Вы просто ссылаетесь на тот файл, в котором лежит конкретный ваш рецептурник, и говорите /bash, и все. Это и есть ваш бейджик. Вот. То есть результат работы этого самого экшена, который мы посмотрели вот здесь, да, может быть оформлен в виде бейджика, если прямо к его URL в конце приписать /bash/svg автоматом. Это такая фишка GitHub, чтобы люди не морочились еще и этим. Вот. Значит, ну что, дальше поехали. Как видите, все это достаточно просто. Главная проблема, мы уже про нее говорили, состоит в том, что если вам нужно... Это одна единственная... Единственный бейджик, один единственный workflow. Если workflow очень много, то они вот нарастают, это получается огромный файл, который надо как-то мантейнить, что-то в нем делать. Ну, в общем, сложно. Следующий момент – это публикация вашего пакета собранного на PyPy. Вот. На самом деле там все очень просто. Если взять простую методичку, которая так и называется Packaging Python Projects, то момент публикации там займет буквально одну главу. Вот. Все.
То есть вы берете, ставите штуку под названием Twine, это ровно для этого придуманный инструмент для публикации на PyPy. Вот. И говорите вот такую вещь. Если мне не изменяет память, где-то в моих этих самых проектах, кажется, вот тут. Кажется, вот тут. Есть и публикация в том числе. Вот. Значит, вместо того, чтобы сразу публиковать на PyPy, где вообще-то, возможно, ваш студенческий проект не нужен никому, кроме вас, и то в момент сдачи этого проекта. Ну, предположим, что это так. Вы можете публиковать его просто ради того, чтобы потренироваться, в другом месте, которое называется test.pypy.org. Вот. Эта штука специально придумана для того, чтобы на нем тренироваться, как, значит, что где публиковать. Сейчас мы туда и зайдем. Сейчас. Test.pypy.org. Вот. Ну, этот-то пароль я не забыл. Так, а вот это вот. Сейчас я попробую двухфакторную авторизацию, потому что ее тут недавно включили. Дело в том, что PyPy в какой-то момент остановили из-за того, что там люди его заабьюзили пробитыми паролями. Проблема в том, что я рискую пропалить какой-нибудь важный credential прямо сейчас в прямом эфире. Вот, очень не хочется. Так, ну ладно. Ладно, давайте тогда пока сделаем то, что сделаем, потому что иначе мы никогда не дойдем до конца. Значит, на чем мы остановились, просто я тогда просто потрачу некоторое время на то, чтобы восстановить этот пароль. Вот. Значит, ничего, собственно, интересного нету, кроме того, что вы запускаете одну единственную команду, вот эту Twine-публикацию. Вот. Именно этот ключ, который... Вот здесь можно указать прямо ключ, вот, для публикации, и тогда у вас прямо из GitHub вы можете опубликовать это на PyPy, вот. Но, понятное дело, этот ключ должен быть как-то закрыт, где-то лежать. Например, я использую, держу просто этот аккаунт вот здесь вот в PyPyRC. Этот самый токен. Вот. Проблема, правда, состоит в том, что, видите, я не могу теперь с двухфакторной аутентификацией залогиниться. Ладно, тогда давайте отложим чуть-чуть на конец. Я все-таки попробую это все сделать. Это как-то нехорошо, что я не могу залогиниться. А давайте пока дойдем, ну, договорим про то, про что мы говорить можем. Значит, как только вы его опубликовали, естественно, он обновляется в индексе, его можно устанавливать с помощью pip-install прямо с соответствующего репозитория. Просто если вы test.pypy используете, то надо указать pip-у, что надо ставиться именно оттуда, а не с настоящего PyPy. Вот. Ну, допустим, как он там назывался? Great Project. Только он 2024, по-моему. О! Вот этот проект, который мы смотрим, как люди, значит, левые, да? Это явно какое-то приложение к нашему курсу по совместной разработке. Вот. У него опубликован Redmi, этот Redmi читаемый. Просто по факту публикации. Вот его хомпейдж. Вот. Даже бактрекер есть.
Ну вот, прежде чем я опять начну тупить про то, как туда залогиниться, как опубликовать, немножко про версионирование разговор, да, это важная вещь. Значит, на PyPy нельзя загружать файл с одним и тем же именем вообще никогда. Повторно. Вот вы что-то туда засунули, оно там лежит, все. Вот. Даже если вы проект удалили, заново создали, все равно, значит, история там вечная. Ну, или почти вечная, актуально вечная. Вот. И это сделано для того, чтобы ни в коем случае не было возможности сделать, ну, даже случайно, как-то злоупотребить, вот, вместо одного пакета выложить другой, который делает совсем другие вещи, и так же называется, и так далее. Вот. Поэтому в любом случае, если вы что-то поменяли и собираетесь выложить очередную версию на PyPy, вам придется менять номер версии. И это значит, что такое простое версионирование, типа версия 1, версия 2, версия 3, не зайдет. Да? Вот. Как правило, используется версионирование из трех чисел, так называемая мажорная, минорная, или мажорная, субмажорная и минорная версии. Вот. Эти три числа довольно произвольно можно менять, но если вы хотите соблюдать какую-то дисциплину, то есть даже целый сайт, посвященный тому, как версионировать ваши проекты. Вот. Называется он Semantic Versioning. И если не читать все вот это рационали, всякое страшное, то он сводится к трем принципам. Мажорная версия меняется тогда, когда у вас в API вашего проекта появляется, если вы делаете библиотеку, появляется несовместимость. Вы взяли, поменяли, обратная несовместимость. Вы взяли, поменяли порядок параметров функции, например. Все, старые проекты с новой библиотекой работать не будут. Обратная совместимость нарушена. Да? Или удалили какую-то никому не нужную функцию, но поскольку вы ее удалили, это значит, что старые проекты, которые все-таки эту функцию используют, работать с новой версией не будут. Тогда надо менять мажорную версию. Если у вас есть изменения в API, то есть вы что-то тогда добавили, но ничего не меняли и не удаляли, то есть старые утилиты будут работать с новой версией, то надо менять субмажорную версию. Изменение субмажорной версии означает, что совместимость с старыми осталась, но появилось нечто новое. Если же это был багфикс, какое-то, значит, просто изменение исходников, вот, возможно, там изменение логики, но по интерфейсу ваша библиотека осталась такой же, то меняется минорная версия. Вот, и примерно так это и живет. Вот. Для сравнения могу сказать, что вот есть еще дисциплина оформления версионирования от библиотек от GNU. Она более хитрая. Там основным инструментом изменений является как раз мажорная версия, но нам она, наверное, не нужна. Видимо, semantic versioning – это то, что нужно. Не нужно от этого сильно, значит, отвлекаться. Да. Два вопроса. Первый. Вот, допустим, когда нужно менять патч? При вообще любом изменении? Или когда нужно, допустим, критическое масло? А, патч левел, это третье число. Ну, например, я взял, не знаю, что-нибудь немного изменил, Ну, смотрите. Всегда, когда выкатываете релиз, между релизами версии вообще можно не менять. Поскольку вы не публикуете... Версии меняются в момент публикации. Вот той самой публикации, которую я не осилил, потому что забыл свою пароль. Да? Пока вы что-то там где-то на GitHub выкладываете, ну вот сейчас вообще не модно даже теги в GitHub делать. Люди просто фигачат какие-то, значит, эти самые. Вот. Хотя это, конечно, неправильно. Вот. Но, например, люди не делают тегов в GitHub, я имею в виду релиз тегов в GitHub, именно потому, что на самом деле они не рассчитывают на GitHub, как на площадку публикации, а рассчитывают на какой-нибудь PyPy, как площадку публикации. Вот. И они делают вместо релиз тегов в этом самом P-Project Tomlin, значит, повышение версии, жмут педаль этот самый, в публикации на PyPy, и там, конечно, версия всегда увеличивается. Да, но это только про питон-пакет. Я-то на самом деле ратую за то, чтобы теги, конечно, были, вот, потому что это удобно. Вот. Но вот бывает, люди за это забивают. Что? Я просто удивился, потому что там Java
Ага. Ну, нет, нет. Теги – это нормально, теги – это хорошо, теги – это дисциплина. Вот. Потому что тогда у вас будет релиз, история релизов на GitHub нормальная. Ну, короче, теги – это правильно. Вот. Мне не представляется, они висят сверху, там, 0.10, потом 0.2, потом там 0.95. Ну, версия какие-то. Почему? В какой момент правильно всегда версия 1.00? Смотрите, это совершенно другой вопрос относительно того, какой там, когда меняется мажорная версия. Вот. Ну, принято считать, что если версия 0, это значит, что он такой вот весь из себя бета, а если версия не 0, то не бета. Но это тоже совершенно не... Вот это уже точно совершенно ни в какие конкретные рекомендации не упирается. Вот. Я видел, наоборот, проекты, у которых мажорная версия меняется все время. Например, если следует semantic versioning, то каждый раз, когда вы меняете API вашей библиотеки, вам следует поднимать номер версии мажорную. Вот. Поэтому достигает версия 1 ровно в тот момент, вот если верить этому, этой методичке, ровно в тот момент, когда вы что-то изменили или удалили. Какую-то функцию, да, какой-то публичный API поменяли настолько, что оно стало обратно несовместимым. Все, уже версия 1, потом версия 2, 10, 100. Вот. Другое дело, что люди могут даже этой дисциплины не придерживаться и вообще как-то менять версии из головы. Вот мне кажется, что вот эта схема, она наиболее адекватная и разумная, за одним единственным исключением, что когда у вас вы хотите как-то просигналить, что ваш проект, так сказать, в начальной стадии, и для этого сделали версию 0, это, конечно, здесь не работает. Вот. Он немедленно станет версией 1, когда вы что-нибудь измените. Вот. Но вы можете всегда писать там какой-нибудь префикс типа минус бета, вот как они это сделали когда-то, или минус альфа даже, со словами, вот знаете, вот не верьте этим версиям. Вот. Бывают еще более строгие дисциплины, когда, например, вводят 4 числа. Вот. И, ну, условно говоря, вот эти 3 еще почлевил в конце. Вот. Тогда в несколько больше степеней свободы вы можете держать вот эту мажорную версию сколько хотите. Вот. Потому что за обе отвечает вторая чиселка. Да? Ну вот. Вот это уже как вот, ну, вопрос к вам. Да? Единственное, что сделал с нами PyPy, это запретил нам публиковать пакеты с одинаковыми версиями. Да? Вот, а дальше меняйте их как хотите. Вот. Значит, следующий разговор – это относительно того, как вообще определять эту версию внутри вашего пакета. Потому что, смотрите, вот у вас есть версия в pproject only, где-то тут она. О. У вас есть версия тега для релиза на GitHub. И, возможно, еще какие-то версии есть. И все это одни и те же версии, причем желательно, как бы хотелось бы, чтобы это вообще было одно и то же число, которое меняется само тогда, когда вы захотите, во всех нужных местах. Не говоря уже о том, что версия еще может быть в каком-нибудь поэзии, в смысле, поэтри, конфиг-файле, версия может быть еще где-то, вот, ну, в тех инструментах, в каком-нибудь, не знаю, там, пычарме. В общем, много. Где одна и та же версия? Кто должен ее обновлять? Ну, неизвестно кто, вот, но я в как раз проекте, который TargetDict, сделал вот так. О! Я к Setup Tools ставлю еще плугинчик, который называется Setup Tools Get Versioning. Указываю в Project Omly, который, между прочим, является декларативным файлом, они за это боролись, чтобы, значит, не исполнялся код на питоне при анализе этого файла. Да? Указываю, что он динамический. И внезапно... где она там? А, ну он автоматом импортит соответствующий модуль при сборке. Он все-таки импортит соответствующий модуль и смотрит там два подчеркивания, version, два подчеркивания. Вот.
И берет его оттуда. Давайте посмотрим, насколько я прав, но кажется, я прав. А, стойте. Это лог. Откуда он его берет? Секунду. Давайте посмотрим, что тут написал. Простите. Так. А, ну вот, вот. Можно сделать вот так, да? Сказать, что версия вычисляется как пакет точка версии. Вот. Что-то я не понял. Он вообще как ее определяет? Или тут какой-нибудь есть хитрый? Сейчас, секунду. Я не вижу, где он версию берет. Что ж такое, сегодня день какой-то неправильный. А давайте попробуем. Что мы это самое? Где? Мы в тегедикте, да? Python минус m build минус, ну скажем, n на всякий случай. Will. Вроде я его делал. Ну ладно. Значит, короче говоря, есть такая штука в Project Omni, динамические генерируемые атрибуты. Причем вы можете написать, что readme берется из файла, окей. А вот с version прямо так. Мы говорим пакет, im.version, и это будет версия, которая будет Project наружу импортирована. А что тебе не нравится? Хорошо. Видимо, раньше он вместе с ним приезжал. Вот откуда он взял это 003? Где это лежит? Из тега это лежит, я тупой. Мы же использовали, господи, мы же использовали специальным. Git versioning. Вот откуда он его берет. Значит, git describe — это такая специальная команда git-у, которая найдет аннотированный тег, подписанный. И от него покажет, сколько у вас произошло этих самых... Последняя версия была V003. Если я сейчас скажу... Сейчас, git статус начала. Что-то там поменял, хорошо. Commit минус A минус M fixes какие-нибудь, пускай будет так, git tag V004 минус annotated минус message new version. Теперь git describe нам скажет, что версия 004, и я вангую, что сейчас при сборке пакета он будет называться 004 именно потому, что мы использовали вот этот setup tools git versioning и сказали ему dynamic version, а дальше он сам разобрался. Вот. Дальше setup tools сам разобрался с версией. Пробуем. Вопрос о git describe. Еще раз, он... Git describe. Ой.
сейчас, секундочку, build я ему скажу. Вот, git describe, он показывает, на каком расстоянии от последнего аннотированного тега находится ваша разработка. Именно аннотированного. Потому что считаем, ну, потому что аннотированный тег можно запустить в репозитории, обычный тег нельзя, он просто тег. Вот. Вы можете сказать git describe, нет, посмотри все теги. Вот. Но, как правило, он вот используется именно для того, чтобы посмотреть, как далеко вы ушли от аннотированного. Вот там было минус один, минус какая-то чек-сумма. Минус один – это значит плюс один коммит, а чек-сумма – это ну, коммит ID последний. Да-да-да, он реально дергает этот git describe, вот, смотрит, какая там была последняя версия, на каком расстоянии он дальше от нее находится. Во. 003 пост 1, это ровно оно. А вот это тот самый commit ID. В таком случае мы договариваемся, да, что мы аннотированные теги используем только для описания. Да, да, да. И это, в общем, вполне нормальная дисциплина. И можно даже на аннотированные теги запустить какой-нибудь на GitHub, какой-нибудь страшный, тяжелый экшен, который будет все там делать, собирать релизы, вот это вот все. Вот, например, так. Вот. Ну, собственно, вот как бы более того, если я сейчас скажу ему git push, он у меня где? На GitHub. Хорошо. Значит, по вот этому пушу на GitHub должно произойти что? По вот этому пушу на GitHub должны прийти... О! Видите? Прямо сейчас, видите, она серенькая, происходят эти экшены в очереди. Вот. Я, поскольку забыл, как логиниться на GitHub, не могу их посмотреть. Но там, в общем, ничего интересного. Там команда, которая запускается. Вот. И через некоторое время... Давайте посмотрим, что он успел, что не успел. О! Вот в данном случае он проходит стадию установка зависимости. Поскольку я не залогинен, он не может его раскрыть и показать конкретные команды, в которых как раз можно пропалить случайно тот самый секретный ключ. Вот. Но вот. Работает это не быстро, но предполагается, что мы и не собираемся удаленные, вот использовать CI как удаленное тестирование мгновенно и все такое. Вот через некоторое время он это установит, потом все запустят эти штуки и так далее. Вот. И это произошло просто по факту пуша, потому что у меня так написано в GitHub Actions. Вот это конкретный рецептурник запускается по факту пуша. Мне придется залогиниться на GitHub. Блин. Потому что я хочу это. Сейчас я найду этот пароль. Вот. Значит, еще одна тема – это публикация документации. Той самой документации, которую мы с вами делали с Финкси. Вот. В действительности, это самая простая тема. Сейчас я скажу, почему. Так. Попробуем залогиниться. Значит, sign in. Нет, по-моему, достаточно вот так. Сейчас, давайте попробуем по-другому. Заходим сюда. Пытаемся зайти на GitHub. У меня, возможно, здесь приложение стоит зарегистрированное. Да. Ладно, значит, что мы хотели? Мы хотели, во-первых, посмотреть, как выглядит, как происходит это самое, происходит экшен. Вот. Но, правда, они уже прошли, я думаю. Но посмотреть все равно можно. Вот. Вот тут можно посмотреть, что именно происходило в момент. Вот. Видите? О, токен. Вырезали токен.
Вот тут вот этот самый, что это? Pip install pip. Вот тут Plague 8 запущенный. Вот тут, ну, короче, вот тут PDX style. Вот они. Да. Так вот, значит, возвращаясь к нашему исходному вопросу, как опубликовать документацию? В действительности все еще проще. Есть такой сайт Redox.io, на котором мы с вами замечали, очень часто лежит документация по разным пакетам. Ну, прям очень часто. Ну, по большим пакетам нет, а по мелким очень часто. Почему? Да потому что на Redox, чтобы залогиниться, достаточно сказать залогиниться через GitHub Community. Только не говорите мне, что... А, это не здесь. Это не здесь. Это вот здесь. Сейчас, секунду. Вот тут. Вот тут. Да? Ой. Не туда нажал. Вот здесь. Да? Во. Достаточно залогиниться в комьюнити вариант через GitHub. Redox. И это хостинг, который бесплатный для всех свободных проектов. Причем он не просто бесплатный, а так устроен, что вы можете туда импортировать любой проект из любого гит-репозитория, и он сам увидит в нем makefile от сфинкса, и сам этот сфинкс запустит в изолированном окружении. Вот, например, мы недавно запушили, мало того, он не просто сам его увидит, он будет сам периодически ходить, так называемый веб-хук, туда, к вашему гит-репозиторию, и опрашивать, не появилось ли там нового пуша. Видите, на сайте Redox.io 8 минут назад, в этот момент мы еще только в GitHub залогинились, или даже туда не залогинились. 8 минут назад обновилась документация по вот этому самому тагит-дикту. Собственно, вот она. Да? Это вот та самая документация, которая у нас вот тут вот лежит. Вот. Где она тут? Индекс RST. Вот. Это она. Ну и API там где-то есть. Понятное дело. Вот API. Вот. Сам факт этого самого пуша, значит, вот. Ну или, например, не знаю, вот просто сам факт пуша в тот репозиторий, который зарегистрирован на Redox.io, приводит к тому, что он сам пересобирает. В принципе, это управляемая вещь. Вот. Сейчас, давайте. Но управляю она вот настолько. Вы говорите, в каком окружении и с каким питоном собирать. Все. Давайте еще Great Project. Если в нем есть такой, то та же самая история. Такие дела. То есть, если как бы вы просто заходите, регистрируетесь на Redox и просто показываете ему свой гид-репозиторий, этого уже достаточно для того, чтобы эта публикация работала много давно и без нас. Вот, примерно так все. Значит, кажется, я ничего не пропустил, даже сумел залогиниться на GitHub. Вот. Значит, единственное, что мы не сделали, мы не опубликовали этот самый пакет на PyPy, но, видимо, ничего сложного в этом нету. Вот это одна команда. Ну все, значит, курс заканчивается. Давайте немножко последних слов. Вот. Во-первых, понятное дело, что про всю разработку всего, что угодно на питоне, невозможно рассказать ни в один семестр, ни в 10, ни в 20. Во-вторых, а, кстати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У нас 13 человек, я правильно понимаю? Давайте еще раз посчитаемся.
Вот, возьмите бумажку и запишитесь, пожалуйста. Я обещал бонусы, будут бонусы. Вот, значит, во-вторых, вы могли заметить, что я в своих, так сказать, студиях отдавал предпочтение очень простым инструментам, вот буквально растущим непосредственно поверх головы питона. Даже какой-нибудь пипенф я уже порогивал за то, что у него есть, ну, скрытая от нас внутренность, не говоря уже о таких монстрах, как любимый всеми поэтри и вот это вот все. Дело в том, что если вы уже столкнулись с, так сказать, индустриальным программированием, инструменты индустриальной разработки, они реально сложные. По каждому из них можно прочесть один курс или даже больше. Потому что человек, который работает на заводе, ну, завод – это термин такой, да, он в действительности каждый день с этими инструментами общается, и у него есть очень много времени на их освоение. Вот. Я бы хотел очень избежать такого подробного изучения вот сложных инструментов, поэтому выбрал простые. Но нам с вами, как людям, которые, в общем, умеют учиться, до какой цели они поступили в Московский государственный университет, вообще говоря, большая документация. Ну, просто сидите и, значит, читайте эту документацию. Ничего сложного даже в сложных инструментах нет. Следующее такое пожелание. Обязательно следите за, если вы собираетесь программировать на питоне, обязательно следите за обновлениями каждой версии питона. Во-первых, вам там расскажут много интересного или неинтересного. Ну, да? Во-вторых, это вам не C++, у которого бывают обновления раз в несколько лет, и их дочитать от начала до конца просто невозможно. Все обновления питона, вот видите, они короткие. Вы можете реально пропускать какие-нибудь вещи, которые вас совсем не интересуют. Знаете, что такое WASM? WebAssembly. У питона есть версия, собранная на площадку WebAssembly под браузер. Вот. Например, вы не знали, что так есть, а так есть. Да? Вот. Во-вторых, вы можете пропустить какое-нибудь мощное обновление, которое было в синтаксисе, что-нибудь интересное появилось. Вот. В-третьих, вы можете пропустить всякие штуки относительно того, как, значит, чего там объявляют deprecated, что там в следующей версии вам будут не рекомендовать делать. Следующая рекомендация, ну, она такая общая для всех, это не только про питон. В современном мире очень много, от слова очень-очень много. Вы помните, что мы каждый раз интересуемся, сколько у нас пакетов в этом самом, на Python Package Index, да, сейчас вот больше 500 000. Инструментов со свободными лицензиями, которые можете пользоваться при работе. Зачем вам самим что-то изобретать? Только разве что из соображений, ну, размять мускулатуру, да, накачать изобреталку. Но если вы реально программированием занимаетесь, сначала гуглите, а потом уже и пробуйте, а потом уже изобретаете. Вот. Следующий совет. Доводите проект до публикации. Вообще доработка до публикации оказывается очень сложным процессом. И очень часто люди пишут код и бросают. Если вы написали код и бросили, скорее всего, вам никто не поможет, и это как бы мертвый проект. Информационное пространство – это очень важно в проекте, если вы вообще хотите, чтобы он жил. Вот. Даже GitHub, будучи просто GitHub'ом, вам сразу говорит такие вещи, например, а как с вашим проектом относительно community standards? Очень просто. Есть ли README, есть ли detailed description нормальный, есть ли code of conduct для тех людей, которые к вам приходят, есть ли правила контрибьюции, и есть даже кнопочка «давайте мы напишем правила контрибьюции в ваш проект», есть ли security policy, есть ли
заранее сделанные темплейты для ишью, чтобы люди могли заходить на сайт, жать кнопочку и слать вам ишью. Вот. И то же самое про pull request. Как видите, меньше 10 инструментов уже, если вы их нарастили, люди, которые просто к вам зашли, поймут, как с вами взаимодействовать, если хотят. Понятное дело, что от, как сказать, того, насколько ваша идея действительно является киллер-фичей, и насколько вы, как комьюнити-менеджер, умеете работать с людьми, не посылать их сразу далеко, зависит очень многое. Но инструментально вот так. Да? Есть, еще, простите, сейчас сразу сошлюсь. Есть такая прекрасная ссылочка, так и называется opensource.guide, в котором, значит, популярным языком рассказано, как должен быть устроен open-source проект, чтобы он работал. Вот. Такие дела. А, так происходит у нас не так. Вот, допустим, в этом мире есть человек, он сейчас вот написал какой-нибудь проект, который мне вот очень нужен, я пока не знаю. И вот, скажем так, я вот гуглю, но вот такие длительные слова, я как-то не находится. Как вот вообще заживаю проект? То есть вот пока вот, если я даже вижу этот проект, я вижу, что там, ну, какой-то один человек, какой-то один форк, ну, смотрите, мы опять как-то убегаем от темы разработки в тему такую social engineering. Вот. Я скажу так, что если у вас, вам посчастливилось сделать какую-то киллер-фичу, которая действительно востребована, то для начала вы сами начнете ее использовать. У вас будет не один проект, а проект, который использует этот проект. А еще проект, который там использует кусочки из этого проекта. А если это приложение, то вопрос, куда оно внедряется. Да? То есть кому она на самом деле нужна из ваших, так сказать, вашего окружения. А там будут ссылки в том месте, где она внедрилась. Не забывайте про это. Вот. Если это, допустим, какой-то инструмент, который там, ну, обеспечивает некий workflow, соответственно, не забывайте про то, чтобы в том месте, где этот workflow был опубликован, была ссылочка на ваш GitHub. Вот. И это как бы сразу в трех зайцев убивает. Во-первых, это делает вам пиар. Во-вторых, это привлекает к вам людей, которые, возможно, захотят вам помочь в этом инструментарии. Да? В-третьих, вы как бы говорите, мой проект свободный, давайте, значит, вот, взаимодействовать по этим принципам. Да? Если я вижу на сайте, не вижу кнопочки fork me at GitHub или что-то в этом духе, да, я начинаю подозревать, что что-то тут нечисто. Вот, особенно если это не сервис, который там, ну, one shot, да, а какой-то, значит, вот инструмент. Такие дела. Вот. Я не буду требовать в семестровом проекте публикации его даже на тест PyPy, просто потому, что я сам только что это не сумел сделать. Вот. Но в следующем году я надеюсь все-таки это сделать. Давайте еще вопросы, или вы уже торопитесь на экзамен? Торопитесь на экзамен. Хорошо, тогда всем спасибо. Я надеюсь, что наши два курса оказались для вас, ну, и окажутся еще потом полезными. Вот. И, собственно, до встречи на защите ваших семестровых проектов.